Я сейчас нахожусь за полярным кругом в российской части региона Лапландия и иду по самой настоящей гиперборейской тропе. Не верите? А вы почитайте, что пишут на форумах уфологов. Здесь, в горном массиве Луявы-Рурт или Лвозерские тундры, находится и северная Шамбала, и исчезнувшая столица Гипербореи, и руины Мидгарда заодно. А началось все это мракобесие с одной экспедиции, имевшей место ровно 100 лет назад, в 1922 году. Еще за год до того, в 1921, писатель, псевдоученый, оккультист, а проще говоря, авантюрист от науки Александр Барченко получил правительственное задание провести обследование этого горного массива. И вот, после года подготовки, ровно 100 лет назад, он отправился вместе со своими спутниками в путь. Чего они только там не нашли. И древние дороги, построенные не то римлянами, не то гиперборейцами, и каменные пирамиды, и некие никем впоследствии невиданные пещеры со входом в 200 аршин, по их описанию. Что касается последних, тут красок добавил еще и другой известный оккультист Николай Рерих, который тоже путешествовал в этих местах. Он обнаружил, что вход в эти пещеры замурован и даже закрыт замком в форме, чего бы вы думали, лотоса. Также экспедиции были обнаружены гигантские петроглифы-барельефы на скалах, жертвенные алтари и много чего другого. А еще не успели поконфликтовать с местными шаманами, потерпеть крушение поезда. Одним словом, при соответствующем настрое на экзотические приключения, найти их можно даже в таком оленеводческом захолустье России, как тогдашняя Лавозерская волость Мурманской губернии. Но вернемся к нашей экспедиции, в которой все более прозаично. Остановимся на этих самых древних дорогах. Действительно, они очень четко выделяются на фоне окружающей тайги. Хоть идти по ним не очень удобно, но они действительно, на удивление, ровные и довольно прямые. И заметьте, совершенно не зарастают, хотя никто их не поддерживает. Уж не технологии ли древних тому причиной? Именно такую версию часто можно услышать. А вы еще не догадались, что это? Есть такое явление, как временные реки. Они возникают, текут какое-то время в своем русле, а потом исчезают. Их появление обычно связано либо с весенним таянием снегов, либо с обильными осадками. Капля за каплей собирается вода в небольшие ручейки. Те, сливаясь, образуют ручейки побольше. И так далее, пока не образуется достаточно бурная река. Мы привыкли, конечно же, к рекам, которые всегда на месте. Но есть и такие, которые исчезают так же внезапно, как и появились. Иногда они создают довольно большие долины. А иногда вот такие дороги древних. И когда воображение научное в силу неграмотности заменено мистическим, оно в непривычной ситуации и порождает вместо рационального объяснения фантастические образы. Прошел уже век со времени экспедиции Барченко, а дух оккультизма по-прежнему витает над этими местами, побуждая людей сочинять все более фантастические легенды. Кстати, гигантский петроглиф в Лавозерах действительно есть. Это 80-метровый старик Куйва. Вот только он не петроглиф, то есть не рукотворное изображение. Его творцом была природа. И удивительное сочетание работы ветра, воды и живых организмов создало этот гигантский рисунок без всякого участия человека. Ну а старике Куйве как-нибудь в другой раз.